Всем приятной жизни. Это психиатр, и мы продолжаем играть в Skyrim. Так, и мы относим статую, а потом нужно подложить сюда будет краденую. Все в порядке. Краденую шлямбовку. Да. Торговая компания Арн Лейфусена. Она продает и покупает все, что может понадобиться таким путешественникам, как ты. Да-да. Нет, я не Арн Лейф. О, вот она. Эта золотая безделушка поможет... Косарь дали, слушайте. Спасибо. Вот тебе кое-что за труды. Возвращайся, если что-то понадобится. Не надо, что-то. Слушайте, а мы ее можем обратно спереть. Ой, я красавчик, короче. О, прикол. Так, ладно, что мы выкинем-то? Нам килограмм нужен. Статуи дебилы. Или Тилисбет. Так. Вот это я выкину. Не против. Вот, а теперь я уже думаю, можно выполнить задание подброс. Вот. Так нам не тут надо его выполнить, стопэ. Я думал, нам сюда на самом деле. А куда же нам надо? А что мне делать? Из дома не выходить? Да нет, показывай, что сюда. Ты закрываешь лавку и точка. Вот прикол. Так, ну куда же мы ее подбросим? Наверное, ей нужно подбросить, да? Вот, я еще раз сохранить поверну. И тебе добр. Значит, что ты у меня можешь с разного... А что, я не могу? Не, друг, да встретишь ты смерть с мечом в руке. Я что-то не куриваю, на самом деле. Подбросить. И куда его здесь можно подбросить? Не, ну я вот там видел одного местечка. Может, туда можно? Не, чё за пипец? А ну-ка, подбросить компромат в дом Огмунда в городе. Дом Огмунда. Это дом Огмунда. Это, блин, таверна какая-то. Дом Огмунда. С торговлей этой хренью. Может, где-то она наверху? Да, слушайте. Вот я лошара. Мне вообще наверх надо. Блин, а вот подходишь вплотную и как заступишь? Да нет, не так. Ши. Как мне туда залезть? Явно, что мне нужно туда как-то залезть. Но проблема в том, что я и сюда не знаю, как залезть. Нет, ну это хрендец. Вот ему лесенка, да? Вот оно. Ща все будет. Нет, это тоже не то. Аккуратно. Я уже, кстати, выше. Так, ну ладно, давайте попробуем как-нибудь спуститься. Ты ничего не знаешь об этом доме? Нет. О, Линдрелл Холл хороший дом. Если у тебя хватит денег, правитель крепости знает подробности. Чё вы стоите? Да, блин.
пролезли. Ага. Твою мать. Слушайте, а может быть это зелье невидимости? Короче, хлебнуть. Или вон это вот. А ну-ка. Тебе здесь не рады. Тебе здесь не рады. А, так я могу спокойно ходить? Нет, слушайте. А ну отдай. Тебе здесь не рады. Чё отдай? Совести преступления против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в см... Молодец! Да блин, нет, так не пойму. Наверное, нужно подождать, может быть, когда он уснёт или как? Значит... Блин. Короче, зелье невидимости надо это сохранять. Потому что... Сейчас бы оно вот мне как раз пригодилось. Ладно. Наверное, нужно выйти, может быть, подождать еще часок. Или как? Знатока магии. Да блин, уже 11, чувак, чувствую. Ладно, давайте вот так вот, чтобы глубокая ночь была. Ну-ка. Здорово, ты тут как? Так, ну он спит. Это радует. Я надеюсь, я его не разбужу. Всякая морковка. Ну, естественно, мы пошаримся, раз сюда пришли. Блин, ну всякие эти редкие. Но особо-то и нет. Ничего, ладно, у меня может еще есть. Точно. Все. Блин, это все. Нифига не все. Блин, пипец ко мне душ. Просто. Что-то такое выкинуть, чтобы... Вот, лучше шкура. Я тебе он даже подбросил кое-что. Может пригодится. Чего у тебя есть? О, безупречный гранат. Блин, а на самом деле у него много чего есть. Я бы вот, вот это вот взял бы. На 12% меньше магии. Так, что мне еще надо? Вот это. Как это рука? Ничего. Сейчас.
И хочу ключ у тебя еще взять. Это все мне больше не надо. Так вот. Значит, разные. Опа. Блин, ну вот еще кое-что. Можно потырить. Так. Книг повторяющихся. Вот только вот это есть. Значит, надо 2 килограмма еще, да? Ну ничего, сейчас мы в White Hunt, короче, полетим. Прямиком. Что? Ничего страшного. Блин, чтоб выкинуть такое. Чтоб дорогое. И легко найти можно. Давайте коровью шкуру. Подождите. Ладно, пойдемте, короче, отсюда. Вот. Чего-то хорошего нет, я так понимаю. И не ждет нас. О! Так, все в порядке. Значит, полетели в этот. Где там байтран-то? Вот оно. Значит, полетели сразу в Драконий Предел. Начнем оттуда. Вот, начнем с Драконьего Предела. Начнем с того, что будем зачаровывать и продавать. Чтобы докачать уже до 80, значит, зачарований. Я думаю, камни душ нам... Хотя, может, не хватит, на самом деле. Вот, тут, конечно... Ну да, как пойдет, говорится. Значит, пентаграмма, да? Первое, снять зачарование. О, давайте снимем. Но это я пока не буду. Значит, теперь вон у меня сколько камней. И давайте позачаруем. Вот, значит, серебряное жерелье. Вот, давайте кольцо. Блин, у меня 4 кольца с аметистом. Давайте сначала обычные серебряные кольца. Значит, крохотные, зачарование. Р. Создать. Предмет. Серебряное кольцо. Зачарование. А, слушайте, мы ж тут смотрели на самом деле. Самые дорогие эти, и там было, кажется, 81, 50, что там было-то? Одноручное оружие? Нет, там что-то было, красца, что ли, скрытность, и вот, 129, слушай. Короче, качаем это, делаем на скрытность, они самые дорогие. Предмет, серебряное кольцо, камень душ, крох, зачарование, скрытность, предмет, кольцо, крох, зачарование, где-где, скрытность, так, до 74, отлично, серебряное кольцо, камень душ, маленький, очарование, скрытность, камень душ, так, блин, не то нажал, значит, предмет, стеклянная булава, камень душ,
ну, обычный. Зачарование. Шить, а тут что дороже? Ля. 432 зарядов? Бля. Топ 5. 700. Так. 700 на страх. Поглощение магии. Так, поглощение магии сколько было? 700. 669. 669 на страх. Ну окей. Значит, да. Значит, будет страх у нас, да? Я так понимаю. Да. Значит, давай обычный предмет. Топор. Страх. 700. Камень душ. Крохотный. Предмет. Золотое кольцо. Зачарование. Скрытность. Камень душ. О, маленький предмет. Золотое кольцо, зачарование, скрытность. Камень душ, крохотный предмет. Золотое ожерелье, зачарование, скрытность. Камень душ, крохотный предмет. Золотое ожерелье, зачарование, скрытность. Камень душ обычный предмет, золотое ожерелье, зачарование, скрытность. Камень душ крохотный предмет. Серебряные. Так, ладно, камень душ, значит, давайте обычный предмет. Ну вот это очарование, скрытность. Блин, что-то вообще как-то мало. Слушайте, а если я тут не могу этот там, да? Ладно. Скрытность. Не, ну до 76 докачали, слушайте. Значит, предмет. Кольцо с аметистом. Камень, душа, обычный. Зачарование. Где? Скрытность. Предмет. Зачарование. Я скрытность, камень душ, крохот. Так, почти до 77. Нормально. 6. Боги улыбаются. Чары, ну-ка, и заклинания купи. Для тех, у кого блин, есть к ним талант. Ну что? Вот, вот это. Это. Купил? Ой, вот это купил. А вот я не купил. Ну ладно. Ладно. Слушай. А ты свитки не покупаешь? Знаешь, раз...
Так, нормально, забавно, жили забавно, жили немного. Значит, теперь мы куда пойдем? Теперь мы пойдем продавать зелье, но это уже в следующем выпуске. А этот я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.